Ждали детскую площадку, а получили масштабную стройку. Городская детская больница номер 3 в Чебоксарах стала заложницей непростой ситуации. Подробности у Татьяны Трофимовой. Перед детской больницей по улице Энтузиастов в юго-западном районе Чебоксар полным ходом идет стройка. Вырыты котлованы, грязно. Судя по всему, здесь строят очередной торговый центр. Родители с детьми, которые приходят сюда ежедневно, иногда и по нескольку раз, обеспокоены сложившейся ситуацией. Ну, когда выходишь на проезжую часть, машины, естественно, тут подъезжают, и аварии может произойти. И коляска может пострадать, и машины могут стукнуться. В общем, что все, что угодно может произойти. Забор поставили на тротуаре, ведущем от остановки к входу поликлиники. И в больницу можно попасть только в обход. Но и эта дорога в итоге выходит на проезжую часть. Очень устраивает то, что здесь сейчас стройка идет. Очень удобно ходить. Для детей страшно. По торговому центру, мне кажется, здесь ни к чему. Потому что здесь рядом в 3 минутах есть уже торговый центр. Неизвестно, что там будут продавать. Возможно, даже алкоголь. Так что перед детской больницей, думаю, не место таким центром. Известно, что торговый центр строит некий предприниматель. В соцсетях уже выложено немало разной информации по этому поводу. Пользователи обсуждают какие-то суды, какие-то обращения в администрацию столицы. Но стройка идет полным ходом, а у горожан появляется все больше опасений. Жители обращают внимание на то, что детская поликлиника стала труднодоступной даже для экстренных служб. Остался всего лишь один эвакуационный выход, и случись какое несчастье, я сомневаюсь, что они на себя возьмут ответственность за пострадавших. Сюда не подъедет ни одна, ни скорая машина, ни пожарная, ни газовики при одном выезде. После окончания строительства добавятся парковочные места, где будут стоять машины, и, естественно, будут случаться эксцессы с участием детей. И все это происходит на территории детской больницы. Нарушаются самые элементарные правила безопасности. Мы будем следить за развитием событий и ждем комментария официальных лиц. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.